Что тут происходит? Сегодня решили вернуться к нашему бобрику или суслику, или кто ты там звал. И решили его снова подразнить и постучаться к нему в дверь. Ну что ж, начнем дразнить бобра нашего. Даня, смотри, что сейчас будет происходить. Итак, стучим к тебе в дверь, приятель! Как он быстро открыл. Ой, что за глазки, эй! Что ты там глядишь? А давайте мы в окно постучим. Что происходит? Дядя! Дядя, это не дядя Даня, это какой-то бобер. Суслик. Лишь бы привет сосед не вышел оттуда, а то мало ли. Ой. Ой, что за звук? Что такое? Эй, выходи, мужик! Или кто ты там? Ой! Ты видишь, как он пыхтит, как паровоз? А ну-ка давай. Ой. Что это было? Наш бобер превратился в леди. А ну-ка! Ой! Ну так закричал. Папа, он как девочка закричал. Ну. Ну что, куда ему, в звонок или? Что за звонок странный? А ну-ка давайте звонок другой купим. Где у нас звонок продается? Вот, смотрите, сколько звонков тут есть. Какого цвета купим? Синенького хочу. Синенького? Да. Синенький у нас есть. Может, розового? Давай. Или вот такого синенького, голубого? Голубого. Давай. О, смотри, как он звонит. Каждый звоночек по-другому звенит. Выходи, мужик! Даня, что это с ним? Ты видишь? Ой, звезды полетели. Сейчас мы тебя додразним, сейчас мы тебя... О май гаднес. Он нам в конце какой-то должен подарок выкинуть. О, смотри, пчела, смотри. Сейчас его ужалит. Домой залетела к нему. Так, он заходит, и там ему хлобысь! Прям по носу! Укусила его пчела прям в нос. Давай-ка, давай-ка! О, такого не было еще. Он такой плоский стал. Во прикол. Посмотри, какой он злой уже. Красная штука эта. О май гаднес. Что с тобой, мужик? Почему я все время мужиком называю? Ты видишь, какой он злой? Смотри, он уже прям на пределе такой. Давай-ка. Попьем чаек. И тут из ушах. Нет, ничто не происходит. Даня, ты видишь, как мы его дразним? Оба-на. Он туалетную бумагу нам выкинул. Зачем? Что такое? Зачем нам туалетная бумага? Так, а пойдемте в гости сходим к бобру, к почтальону. И в почтовый ящик ему там постучим. Ну что, будем ему стучать теперь в почтовый ящик? Эй, у тебя тут письмо, выходи! На-на-на-на-на, что же там пришло? Да, кажется, ничего. Опа, не...
Папа, ну в этой картинке, конечно, ярче. Да, такая она яркая. Смотри, я под конем звездочка. Ой, червяки-жуки. Ой, опять звездочка. Мама. Ой, червяки-жуки. Мама. Ой, мама. Камень-весельчак. Мама. Что такое? Дядя, дядя! Даня, это не дядя, это какой-то бобер. Выходи давай, сурок. Усатый, ты похож на привет соседа. Что же там? Ух ты, бабочка. О. О. Сколько там у нее цветов-то? Это что это было вообще? Что за подстава? А ну-ка давай-ка еще раз. Что же это на этот раз? Опаньки. Ой, какая длинная рука. Ой, без руки. Он себя уколол вот так. Папа, зовут маленький нет. О, у нас новый штампик. Когда же выйдет третья часть? Согласитесь, ведь это прикольная игра. Ставьте лайки, кому она нравится. Мы ждем третью часть. Я давно в это не играла. Да. Нам все-таки нравилась с Миланой эта игра так очень. Я думаю, и вам она тоже понравилась. Что же там? Ой! Он такой, как будто в цирке почувствовал себя, знаете. Ух ты. А я думал, сейчас какое-то представление будет. Ой. Ой, какие-то груши растут. Что ж там у тебя? Ой, бананчик. Сейчас будет он выкинет. Он, смотрите, сейчас выкинет, а потом подскользнется на нем. Сейчас пойдет, смотри. Вау! Ой, подстава. Так, ну что, пойдем уж к тому бобру теперь. В дверь стучать снова. Сейчас посмотрим, что этот у нас тут. Ой, куда идешь, эй, приятель? Уйди с экрана! Че, может, какой-то другой звонок купим? Нет. А че? Давай не будем тратить деньги. Ну, послушаем звонок какой. Ладно. Давай попробуем черный. Не буду серый или черный. Прикольно, да, звонить? Ага. Ой. Куда-то с гвоздями и с молотком пошел. Взял звонок, прибил. Эй, ты что, сумасшедший? Что наделал? Как мы теперь в него звонить будем? Ой, вот это вообще смехота. Это что такое, друзья мои? Это в кого он превратился? Куда полетел, крейзи дядя? Вау! В дерево наверху врезался. Ну ты даешь. И домой к себе заскочил. А у нас звонок работает снова. Звоним. Это грустно ему стало. Нет, он носит свои уши. А, потерял что ли? Когда оторвались свои уши. Его уже достало все. Его уже раздражается. Да. Ой. Да уж. И такое тоже бывает. И такое бывает. И такое. Сначала в окно, а потом в дверь, потом в звонок, потом снова в окно, потом снова в звонок. И на этот раз сосиска и газета. Не перепутай. Ах, что же ты наделал? Взял газету, кусанул. Ну, даем. Я забыл эту газету из худолга. А давай ему снова, сейчас он нам какой-то подарок вытащит. Number one Grump. Это его кружка с его именем. Мистер Грампи его зовут. Грампи? Ну. Грампи. Ну что, друзья, вы были на канале Funny Family Games TV, и мы сегодня снова дразнили этого бобрика, по которому мы так давно скучали. Подписывайтесь на наш канал. Кто не подписался? И ставьте лайк этому видео, друзья. Всем пока-пока!
нами мистер Бобер. А с нами мистер Даня. Даня, говори пока. Папа. Папа. Эй, пока. Какой папа?